Будем завершать, а? Вот помощь нужна. Какая помощь нужна? Да, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. В 2007 году я послал запрос в архив Министерства обороны. Просто мне хотелось пролить, скажем так, свет на прошлое моего деда. Его уже не было в живых. Надо сказать, что он говорил, что не участвовал в войне, ну, был в учениях и так далее. А из министерства пришел ответ, что он участвовал в войне и даже получил орден. Но я повторю, даже уже в 2007 его не было в живых. Мы послали запрос, ну, о выдаче дубликата. Но нам сказали, выдают только на живого предъявителя. Вы сегодня упомянули дважды такие слова, как «победа» в Великой Отечественной войне и «символ». А для нашей семьи это символ, в его вклад. Я подготовил обращение, можно ли, чтобы вы подписали, ну, разрешение о выдаче дубликата. Спасибо. Обязательно. Вот если после этого эмоционального выступления кто-то мне скажет, что у нашей молодежи нет внутренних базисных основ патриотизма, я никогда никому не поверю.